Всем привет, мои дорогие подписчики, друзья и просто гости моего канала. С вами канал Бензинович, и мы продолжаем играть в Tom Clancy The Division. Вышло дополнение Выживалка сегодня, и надо попробовать, что же это за дополнение, стоящее ли оно, не стоящее, стоит ли оно своих денег. Так, что-то у нас тут вообще никого нету. А вон один типок бегает. Так. Повыживаем. Тут нужно кое с кем разобраться. Сейчас разберемся, блин. Так. Поиск. Открыть меню. Поиск игры. Подбор игроков. Поиск игры. Так, давайте для начала сделаем ПВЕ. Потому что ну что, начинаем. Поехали. Агент, надевай защитный костюм. Есть информация о грузе экспериментального. Ну, блядь, опять в гондон оделся, ебать в рот. Медлить нельзя. Ты с отрядом заберешь эти препараты, или они достанутся не нам. Как мне голос этой бабы заебал. Нахуй так низко лететь на вертолете, блядь. Дебилизм, блядь. Нахуя так низко лететь на вертолете? Это что за идиот за блядь, штурвалом был, блядь, вертолета, ебаный рот. Сука, пиздец, блядь. Я уже охуеваю с этого ролика, блядь. Маска сломалась. Ну, все как обычно. О, блядь. Восстань, человек, презерватив. А, рука, блядь, все в крови. Тревога. Замечена реакция иммунной системы. Заражение неизбежно. Ебаный рот, заражение неизбежно. Так, так, вы заболели, замерзли, лишили всего снаряжения, кроме базового. Вам нужно выжить и успешно. Я думаю, читать это ни к чему, потому что уже, наверное, все читали, все смотрели. Ясно. Низкое качество с сервером, блядь. Это что за хуйня-то, а? При моих-то, блядь, сейчас, нынешних, 90 мегабит. Ну, хули. Чё у меня хоть есть-то? Да. Ну ладно. Интерфейс скрывается, так понятно. Так. Что, сумка? Обыскать. Вы же не хотите. Более утоляющая. Возьмем, конечно. Так, что тут еще есть? Я еще немножко простыл, чихаю, бля. Так, осталось 22 агента. Я робот Вертер. Алиса, лизни этот болтик. Ха-ха-ха. Че, холодильники пусты. Так, ну что тут? Верстак, создать предмет. Фильтр, конечно, нам нужен фильтр. Че тут? И шапочки для близнецов. Всякие стволы. А какие стволы вообще имеются? Так.
Броники синие. Ага, импульс. Турель пока закрыта. Давай. Весь расклеился. Так, попробую создать. Так. Блядь, да что можно создать-то, блядь, а? Щапки. Щапки. Давай шапку создадим. Ресурс, ага, один из одного. А куртка тоже. Шарф. Ну, давай шапку 4 градуса. О, а бакалява, ёпта. Использовать. О, шапка, ебать. Ну, ёбищная шапка, конечно, блядь. Так, куда бы нам выйти? Выйти. Тут что, выход? Выход на улицу? Угу. Ну, давайте с этой стороны пойдем. Хули уж делать-то. Температура тела снижается. Я замерзаю, что же делать? Огреться можно. Так, двигаемся быстро. По всем углам. Так. Мне кажется, блядь, тут это. Расположение всех этих. Вообще, что за карта? О, ништяк. Протеиновый батончик. Заебись. Так. Температура, блядь. Вот еще бы уставал бы от бега. Было бы вообще заебись. А не бегать по сторонам, просто с одной стороны бежать и все. Так, теперь мне надо, блядь, найти где-то теплое укрытие. А где его найти? Опа. Нифига себе. Так, чё у меня тут здесь? Где, наверное, аптечка? А. Короче, тут боты. Ёбаные. Температура тела ниже оптимального уровня. Ага, вижу, 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 вижу. О, ништяк. Деталь оружия, вообще ништяк. Блядь, чё-то ресурсов тут дохуя. Ну, может, в ПВЕ? Ну, ладно. Сейчас ПВЕ, потом ПВП, так. Места-то знакомые, блядь. Ну, это не новая карта, это... Все та же карта города. Ёбаный в рот. О, блядь. Температура тела опустилась ниже нормы. Давайте за хуянь попробуем хотя бы. Навык, навык какой. Давай, заработал уже. Да какая нахуй? Интересно, возле нее греться могу? Че ватные хуеплеты, а? Огонь горит, а я греться не могу от гранаты. Горит очаг, я весь зачах. Ебаться в нос. Так, а эта стрелка вверху, значит, показывает, куда мне надо бежать, по идее, или что, на северно показывает. Ой, блядь. Мужики. Где найти теплое место, блядь? Аж я сдохну, нахуй. Это будет хуёво. Блядь. Это будет хуёво. О. Фух, нашел. Так, там я видел двух говноедов.
Сейчас мы, короче, их захуяли. Зафиксировано понижение температуры тела. Возрастает опасность гипотермии. О, ботинки 7 градусов. Ништяк. Ой, блядь. Упас. Тут кобура. Снайпер тут. Боже! Боже! Лекарство берем. Так, что тут есть? О! Сейчас в чьих-то вещах пороемся, мы говно возьмем. 18 ботинки, нормально. О, что такое? Не, вообще тут ништяк попал, да? О, еще тряпки. О, брюки. Так, что тут еще? Так, на той стороне. А как туда попасть? Туда никак не попасть пока. Где-то обход должен быть. А где? Так, ну здесь я не замерзаю. Это уже плюс. Так, что тут? Что-то слишком, по-моему, мне кажется, много тут. Слишком много всего. Вот такое выживание надо было с самого начала делать. Давайте напялим то, что нашли. Так, штаны. Штаны 6. О, я хоть теперь не в гондоне буду. Брюки 18. Ой, это ботинки 18. Вообще ништяк. А вот эти куда с ними девать, я не знаю. Не знаю даже, куда делать. Так, верхняя одежда. О, вообще охуенно. Смотрите, ребята. Ну, чё? Так, тут еще есть ништяки. Давай. Лимонадный Джо, блядь. Так. Все очень замечательно. Так, проверим там, а. Ага, есть его. Мужичок какой-то валяется. Более таляющих. Очень хорошо. Бля, я вообще-то попал, короче, к этим бандюкам. Так это вообще ништяк. Так. Не страшны тебе морозы, сука. Понижение. Так. Пойдем мы. Опа. Заебись. Я говорю, надо идти по краю. Не надо там бегать. Как там, блядь, дурачки вот эти, блядь, на ПК, блядь, бегают. Бегают везде. Бегите возле края, блядь, дома. Самый голод, блядь. Ёб твою мать. Чё пожрать надо, ебать? Вот это уже начинается хуёво. Так. Ага. О. Возле края дома надо бежать, и все, больше нигде не осталось 12 агентов. А что они все умирают-то, блядь? А, окраины сначала. Обмусолить все тут. А, я знаю, что это за место. О, дружище, ты сдох, я тебя не спас, извини. Я знаю, что это за место. Да, на карте. У нас, кстати, карта показывает, нет? А, так у нас карта все показывает. Вот я. Ага. Огонь это я, который открыл. Убежище здесь. Угу. Место крушения вертолета. Новое убежище. Игрок без сознания.
Помочь, может, ему? Так. Может, это понятно, что помочь, блядь, ну вот. Как бы самому потом не сдохнуть там. Так, детали оружия. Да, в этих магазинах тут... Бля, да что такое? Жажда теперь, ебаный в рот, блядь. Тревога, заражение усиливается. А, сука, блядь. Развитие инфекции приостановлено. Давай так. Ну, маркер, как всегда, не показывает. Зафиксировано понижение температуры тела. Возрастает опасность гипотермии. Там игрок без сознания. А, давай бежим вон там, наверное. Попробуем. Ах, чё, он сдох? Он сдох. Блять, извини, братан. Спасибо за ствол. Так. Хули. Чем-то приходится жертвовать, блядь. Так, мне надо в убежище. Убежище сзади. Температура тела снижается. Я с пистолетиком пока побегаю. А вот это что-то новенькое. Убежище вообще вместе таком, бля. Это уже нормально сделать. Так, а, здесь я походу был. Так, 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 так. Хотя здесь немножко облазим. Температура тела опустилась ниже нормы. Как она могла опуститься ниже нормы, если у меня, блядь, вон... По состоянию, блядь, все еще заебись, блядь. Ты хуйню пиздит, блядь. Заткнись нахуй вообще. Не отвлекай меня, блядь. Так, давай, в убежище входим. Так, все ништяк, братки. О! Более ли... Заебись, заебись. Заметки. Одни и те же, что ли, ясно. А, это другое убежище, да-да-да. Так, что тут еще? На улицу выход. О, тут тоже есть еще. Тревога, уровень инфицирования растет. Блядь, как вы заебали, а, со своим инфицированием. Внимание, инфекция временно стабилизирована. Так, ну что, ребята? Ходим на улицу. Вообще не понимаю, куда тут бежать, что тут делать. Замечено снижение температуры тела. Да ну нахуй. Так, на карте надо посмотреть. Мы здесь, да? Убежище, убежище. Колечко. О, пойдем к месту падения вертолета, блядь, точно. Так, где он нас показывает? Так, на, выбежать, блядь. Давай, лезь. Нахуй мне это ум, блядь. Давай, с пистолетиком пока нихуя справлюсь. Осталось 10 агентов, блядь. Блядь, здесь холоднее, что ли, стало, бля? Так. Оглянемся. Там, вон, машинка что-то есть. Что
Так. Температура тела ниже оптимального уровня. Да иди ты нахуй, я тебе еще раз говорю, тебе ебет, какая у меня температура тела. Бля, почему нельзя этот диктора выключить, блядь? Я и так наблюдаю, блядь, за твоей температурой, сука, тела, блядь. Заебали тебе, блядь, сука. Ебаные полидорки, блядь. Вам становится холоднее. Тут чисто. Сука, же поучищали все, блядь. Понятно. Блядь, тупик какой-то забежал, ебать в нос, блядь. Так, обойдем сейчас там. Так я понял, мне надо что ли в темную зону добраться или чё, бля? Блядь, вот, вот никогда не почитаю, блядь. Потом думаю. Блядь, там бандиты. Ну ладно, сейчас. Сейчас погреемся. Погреемся, сюда зайдем. Что у нас тут есть? Так, лимонадный Джо, это хорошо, лимонадик, вот такие места я люблю. Так, вроде тут ни хрена больше нет, так. Да и, в принципе, мне тут шарить-то, блядь. Сейчас тех зарейдим, дух чертов, блядь. Зафиксировано понижение температуры да тела, возрастает опасность гипотермии. Тревога, уровень инфицирования растет. Блядь, как ты заебал меня уже, дебил ебаный. Пиздит и пиздит, пиздит и пиздит. Вон два клоуна, блядь. Какого уровня? 28-го, нормально. Хух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 
Сейчас аптечку Так, а где они? Они самолеты притаились, говноеды. Ублюдки ебаные, а? Все пучком. Конечно, все пучком, ёптать. Вроде все, да? Эх, жалко, аптечку пришлось использовать. Ну тут уже. О! Нормально так. Так, теперь мне надо погреться. Я помню, что сзади где-то было. Ладно, что я нахуй тут греться, я могу внутрь просто зайти и все. Так. Вертолет там. Там рядом еще убежище есть с вертолетом. Температура тела. Как ниже ты заебал меня? Уровня. Заткнись, сука. Можно пробежать. Что такое было? Что за звук такой был? Блядь, ебать, вертолет как далеко. Еще как высоко, блядь.
Ребята бегают. А это куда вот этот показывает? Я понять не могу. Ну, там что-то валяется. Да кто-то помер. Да, шприцы, бля, тут важная вещь тоже. Аптечки, шприцы, короче, это пипец полный, бля. Так, ну давай, может, шприц будет. Шприц, конечно, вода, ну тоже неплохо. Но не так актуально, как шприцы вот эти вот. Опа. Спустимся, давай-ка спустимся вниз, дружок. Оп, так. Так. Надо нам, по-моему, там улучшенно сделать этот противогаз. Блядь, тут чистильщики, по идее, должны быть, блядь. Здесь. Так, это что у нас тут? Как консервы, блядь. Я консервов хуй грам. Ладно, можно не сожрать. Блядь, чё нахуй? Жрать не хочешь? Ебать. Ну ладно, чё. Так. Может, что тут есть хорошее? Ну-ка. Говноедов нету? Бля, здесь, блядь... Могут быть, блядь, чистильщики, ебать. Батончики, блядь. А хули мне эти батончики, блядь? Ну так-то нормально, бодренько зашел, блядь. Одни батончики, ебать. Сука, кто любитель был. Так, черт, у нас инструменты, нормально. Инструменты и ткань. О! Так, инструментики еще. Тревога. Уровень инфицирования растет. А, блядь, вообще. До второго уже. Развитие инфекции приостановлено. Как мне этот мужик заебал? Да. Ништяковая тут такая фигонька, да. Вообще классно зашло. Вот так, ладно. Сейчас мы тут еще пошарим. Так. Ну-ка давай-ка съем батончик-то, ебать. О! Батончик с хуеньшим. Ну, мало ли, голод все равно начнется ведь. Так, это заберем. Так. О, что тут у нас? Обыскать. Лимонад, ебать, в рот его нахуй. Да все, все, блядь, ебать. Так, ну что, все, надо в убежище бежать. Потому что чую, блядь. Сейчас выбираться, блядь, это пиздец. Ну, шмоточек хоть нормальных нашел, блядь. Ага, второй раз, и второй раз повезло, что вот так все. Пройти этот ПВЕ, отправку как бы сделать. Тревога, ебать. Заражение усиливается. Да ебать. Да, вот эти. Внимание! Как... Инфекция временно стабилизирована. Жажда, блядь. Надо, блядь, на попей водички, ебать. Да, надо ракетницу там сделать будет. Все равно как бы эвакуируют, и потом можно режим ПВП посмотреть, что. Блядь, ебать. Это бегать вдетый, блядь, шприцом. А, я не могу стрелять. Блядь, это пиздец какой-то. Полный жопа, блядь. А, тут я был. Консервы, блядь. Понял, блядь, тут я был. Так, ну мне надо, блядь. Тут есть выход на улицу? Есть, замечательно. Можно было, конечно, там выйти. Без разницы. Горит очаг, я весь очаг. Это что там, блядь? Блядь, сука, Дед Мороз, я думал, блядь, этот стоит бот, блядь.
Ебаный Дед Мороз. Так, ну чё? В уёбище заходим. Сейчас. Блядь, опять что-то там, блядь. Опять. Блядь, да ебать в рот, нахуй. Давай, шприцом ткнемся, блядь. Так, развитие чё? Инфекции приостановлено. Как мне мужик задолбал, блядь. Я понял, блядь. Я уже понял. Не надо больше мне говорить ни о чем, я знаю. Блядь, где-то тут что есть, блядь, какие-нибудь тряпки, нахуй, ебаный. Потому что, блядь, где-то бывала эта херня с мумкой этой, блядь. Нахуй мне письма, блядь, Ленина, блядь, Крупской, блядь. Блядь, сука, вообще нихуя тут нету бомжа, блядь. Сколько осталось? Блять, не посмотрел, сколько выживших осталось. Ну чё, О, так, инструментов только надо. Один мы сделаем. Отвердить. Так, инструментов надо. Одну штучку. Сейчас попробую скрафтить. О, ебать, мы тут набрали, ебать. Блядь, да что ты нахуй, блядь? Вот. Так, аптечный подсумок, что надо? Инструментов две. Сейчас мы сделаем. А нахуй мне-то хуй-то? Блять. Уже по привычке нажимаю, там же можно просто выбрать. Так, ну тут что? Тут, в принципе, тут нихуя нету. Снута у меня. Так, ага. Шляпа, короче. Па-па-па-па-пам-пам-пам-пам. Так, инструменты под... Пацан санитарный, так, ходит одна птичка. Давай сделаем по хуям. Птичку можно? Птичку можно, ткань, так. Что из стволов-то у нас есть? Так, у нас так. С автоогнем, блядь, зеленый, ебать его у нас. Он пока ничего не надо. Броня тоже, блядь, тут нахуй ничего не надо. Тухлый все, так, вот. Навык, турель. Турель надо сделать, блядь, да. Блядь, инструментов надо. Давай. Так, сделаем турель. Сделаем турель. Пока больше ничего не будет вообще. Потому что время, блядь, подходит уже, блядь, там уже все пиздец. Так. Так, куда нам дальше? Это заражёнка была. Вот. Вход под землю. Давайте я нахуй схожу. Под землю. Может, там что, есть ништяковая? Ништяковая под землей. Один, так. О, так. Аптечка, улица, фонарь, ебать. Иди давай и бухай, сука. Какая нахуй шапка, ебать. Температура тела ниже оптимального уровня. Насрать нахуй. Блять, это хуево. Где ты, говноед, еще один? Выходи, говноед. Так, что тут? О, лекарство, заебись. Вот он, вот он, вот он, вот он. О, нет! Есть, нормально. Забрали. Лекарство есть, заебись у нас. У нас того у нас одно лекарство, заебись. Лучше, чем ничего. Тревога. Заражение усиливается. Да ебать. Давай, слезай нахуй уже, блядь. Внимание, инфекция временно стабилизирована. Да что такое? Да нахуй мне так хуй-то, блядь. 6 агентов. Из этих 6 я тоже, блядь, существую. Да, шприц, шприц. Если шприца мы не найдем, все. Блин. У нас, в принципе, будет время, но, блядь, потом просто может... И мы здесь... А, нет, мы здесь не были, тут же новое написано было, да?
Лишь бы этих говноедов тут не было. Так. Угу. Сейчас тут низовье все обманаем. Мне кажется, здесь не так сытно, как, бля, было в прошлом, блядь. Подземочки, блядь. Там было так сытнее. Ништячков-то я набрал, наверное. Хорошо, блядь. Попробуем, блядь, зараженку сходить. Зараженку мне сейчас можно. Потому что у меня все фильтр сделан, блядь. Ебать, но у меня, блядь, зараженки может быть шприцы. От вируса, блядь. Не печалься, дорогая. И ложись на кровать. Я тебе, блядь, присандалил. Стал, блядь, медленно ебать. Опа, что такое? 5, блядь, батончик, сука, ебать. Давайте сожрем батончик. Блядь, у нас заканчивается эта хуйня, короче. Блядь, мы, блядь, сдохнем рано или поздно. Это не есть хорошо. Ёб вашу душу за ногу, блядь. Да где, сука, дырка, блядь? Надо вот... Ёб твою... Да хули растет, ебаный в рот, блядь. Мне нечем нахуй полечить, ебаный в рот, блядь. Сука, жуки навозные, блядь. Дайте, блядь, нахуй, сука, блядь, иммунку какую-нибудь, блядь. А... Пиздец, я нахуй сдохну, ебаный в рот. Блядь, да как цались сюда, ебаный в рот, блядь. Блядь, сука, ебана, блядь. Может тут спуститься вниз, блядь? Может что-то здесь есть, блядь? Так, ага. Здесь, значит, никто пока не был. Давай, лимонадик нам нужен, блядь. Может сейчас найдем, блядь. Так. Батончики, блядь. О, блядь. О, еще. Стоять. Водичка надо. Значит, здесь никто не хаживал. Значит, тут могут быть вот так, там аптека мне пока не нужна. Нам нужен антивирус на эту залупу, блядь. Сука, блядь. Еще аптечка, блядь. Блядь. Инструменты пока нахуй нам не нужны. Нам надо найти... Блять, мы зашли в логово зверя. Ладно, заберем. Берем инструменты. О, я чувствую. Чувствую, пиздец подкрался незаметно, блядь. Мочи их орёт, блядь. Кого мочи, блядь? Вроде не я, блядь. Блин, я посмотрю. Тревога. Уровень инфицирования растет. Пиздец, 28. Ебать, нихуя, увидали. Не сдох, давай откатывайся быстрее, аптечка, блядь. Ожрем что-нибудь. Это тоже здоровье дает. Петух сидит там. Тут что-нибудь есть, блядь.
найдись что-нибудь. Блядь, аптечка. Кутка какая-то, блядь. Тут что? Вода, бля. Блядь, ну почему, блядь, ну столько ведь всего валом, блядь, почему нету, блядь, это? Опять вода, блядь, да что такое? Вода, пей вода, ешь вода, блядь, срать не будешь никогда, нахуй. Да ебать! Консерванты, блядь, нахуй мне консервы. Короче, это пиздец, ну нету нихуя, ебать. Почему нету, блядь, ничего, а? Блядь, это пиздец. Нет, ну ч, ни шиша тут нету, блядь. Замечено снижение температуры тела. А эти частички как ходили в гондонах, блядь, и не мерзнут нихуя, так и ходят, блядь. Какие меховые там кутки им, блядь, сделали, блядь. Похуй вообще, по-моему, блядь, не хули. В жопе огнемет. Какой вертолет, нахуй? Куда вертолет прибудет? Не нахуй. Какой-то вертолет прибудет. Куда прибудет? Не, там эти желтенькие, блядь. Мне их не видит. Что за вертолет? Может, надо уже в зону действительно пиздовать, блядь. А тут, блядь, ебувала, блядь. Помирать так в темной зоне, хули тут бегать, блядь, в светлой зоне, блядь. Нихуя тут, блядь. Ты, блядь, кто-то рвет на лоскутки, блядь, эту хуевину. Так, возьмем. На всякий случай, мало ли там, блядь, на месте крафт будет. Я не знаю, блядь. Как вообще происходит, блядь, и где мне скрафтить ракетницу? Может, там в убежище тоже надо зайти? Опа, нихуя желтуха, вы, ребята, видите? Там кто-то сдох, и желтая хуйня выпала. Ну ладно, что, мы не гордые, мы поднимем. Груз противовирусных препаратов отмечен на карте. Мы поднимем. Блядь, дайте хоть эту хуйню. Блядь, ведь ничего ведь не дали, блядь. Блять, главное сейчас не сдуться, блять. Ну чё тут у нас? Да ничего, блять. Он подбежал. Сейчас сдохнешь. Да я не хочу. Так, ну зона. Так, ага. Убранная аптечка. Осталось 3 агента. Ну, блять, подождите. А вот здесь интересно контейнера, тут же контейнер должен быть. Обыскать. Батончик. Ага, контейнера здесь убраны. Понятно. Блять, противовирусная хуйта есть, блядь. Так. Блять. Попробуем. Откуда появился, ёбар, ебло, сука? Ты чё за... Откуда он появился-то, блядь? Цыган ёбаный, блядь.
Нихуя говноеды, вы видали? Просто заспавнились ниоткуда, нахуй. Детали оружия золотые. Аптечка возьмем. Так, а тут что, ни убежища, нихуя нету? Горячая бочка, горячая, горячая. Есть. Давайте, ребята, сходим, наверное, в убежище. Наверное, там можно скрафтить будет. О, контейнерок, нормально. Там, наверное, можно будет скрафтить. Где, блядь, эта хуета? Сейчас попробуем скрафтить ракетницу. А что тут можно вот эти контейнера собирать, вывозить? А, о, вот это придурки нету, которые, блядь. Ну что, будете смотреть или как? О, нихуя тут комнатуха какая-то. Какие-то звуки непонятные. Так, посмотрим, что же я могу здесь скрафтить. Ракетница. Так. Техника спецотряда. Блядь, это как это? Техника спецотряда. Техника спецотряда. Г-36. Блядь, техника спецотряда, блядь, везде нужна. Короче, здесь крафтится золото, блядь. Понятно. Хули, надо идти, блядь, технику спецотряда. Где у нас здесь? Она там уже находится, техника спецотряда, или нет? Ориентир. Спортмагазин. Блядь. А хуй зачищу с этим стволом, блядь. Это ватный ствол. Это уже у нас заражёнка. Какие-то звуки непонятные. Назначен один навык. Я... Так, ага. Опа. Технику забрали, суки. Не назначен один навык, блядь. Фиолетки вообще позор, блядь. Ага. Ну вот хоть что-то, блядь. Уже можно использовать вместо аптечки. Ну как-то, блядь, сформировалась эта херня. О, вот мы продолжаем играть дальше. Так, контейнер. Мы, нам нужна спецтехника. Спецтехника. А где ее взять? Детали оружия. Тут какая-то хрень. Спецтехника нужна нам для того, чтобы скрафтить ракетницу. Если ракетницу не скрафтим, то хуй нам не укуаться. Вот в магазине, как всегда, много ботов. Любе. Какие-то звуки непонятные вообще. В ушах вот там. Так, они наверху. Пошли нахуй. Не-не-не-не-не. Где-то надо попроще искать. Это кажется, что все. Тревога. Инфекция близка к смертельному уровню. Понял я, понял. У нас 12 минут. Значит, в красных зонах, в оружёнках. Хуёво, когда вот не знаешь, где теперь спецтехника находится. Опа, подождите. А, более удаляющий ништячок. Внимание, инфекция временно стабилизирована. Блядь, даст нам дополнительные хотя бы пару минут. Так, давайте посмотрим, что же произошло с КПП. Там они заметены. Так, тут что у нас? Жажда.
Воды у нас предостаточно. Опа, 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 опа. Тихо, 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 тихо. Спецтехника есть. Так, блядь, нормально. Нашли мы спецтехнику. Так, тут что за ящик? Охуенчик. Нам, нас, нам сопутствует, ребята, удача. Просто удача. Еще водички тут. О. Нам не нужны эти боты. Так, сейчас. Сейчас мы прям... Заражение достигло критического уровня. Вот опять мы заразились. Сейчас нам только удача поможет. 9 минут. Где, блядь, этот стол, сука, скрафт? Так. Создать ракетницу. Ракетница обнаружена. Можно подать сигнал эвакуации. Я понял. Что-то можно какой-нибудь ствол сделать нормальный, более-менее, блядь. Да, вот давайте. Аук. Ой, это Г-36 сейчас сделаем. Бля, как долго ты, сука. Использовать. Так, понятно. Небесов клаб. Понял, я понял. Ну чё, ребята, у нас осталось сколько? 8, ну 9 минут, грубо говоря. Успеем мы эвакуировать наши награбленные вещи? Или не успеем? Да, греться вообще уже не надо. Да, представляю, что тут творится в ПВП. Так, у нас, нам надо куда... Ох, нифига себе. На, туда добраться, это пипец, бля. Бать. Не знаю, успеем мы, не успеем. Не факт, не факт, бля. Я, конечно, постараюсь, бля. Бля, ничего не выпадает. Как бы я все... Блядь! Сука, упыри, блядь. Хотят меня убить. Хотя жжут щитовики, так, блядь, не стреляют пока, блядь. Опа, батальон, ебать в нос. Охуеть! Пиздец. Бля, чё и голод. Ебать в рот, вообще это пиздец. Бля. Блядь, надо забрать. Блять, это пиздец, это, блядь, на удачу, блядь, бежим, надо 6,5 минут, блядь. Сейчас я не знаю, что там еще, блядь, какой там ящик или что, блядь, залупа, там веревка, блядь. Эвакуировать, блядь, я в любом месте можно, может на четверке эвакуировать. Там, я думаю, блядь, для одного более без... Блядь, это... Нет, тут вот... Здесь их нет, да. Пока нету. Немножко все поменяли. Последний контейнер, 6-й. А, это пиздец.
Это полный пиздец, ебать. Если я сейчас сдохну, это будет пиздец. 5 минут с половиной, блядь. На тебе нахуй. Так, вроде пробежали, бля. Это пиздец. Чувствую, здесь нас ждет жопа, бля. Нельзя пробежать. Давайте попробуем здесь пробежать. Интересно, что за дела. Огонь по цели! Да, да, слышу! Ебать, вы там видите, сколько их? Успеть, мне 4 минуты. Я веду цель. Продолжайте стрелять. Спокойно. Несколько осколков. Противовирусные препараты. Ебать, последняя аптечка. Я пытался. В жизни нет. Блять, надо отползти. Сука, пиздец. О, там еще пулеметчик. Ёб твою, сука. Ну, вот такая вот выживалка. Да, ну, круто сделано, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Куда ты попал, сука? Блять, уроды, блять, убили меня. Вот такая вот жалко. С вами был канал Бензиныч. Пока-пока.